Доме культуры станицы Сиверской состоялся концерт муниципального ансамбля песни и танца «Весна». Мероприятие приурочили к 85-летию Краснодарского края. Коллектив исполнил композиции русских и кубанских авторов, а также всеми любимые народные песни. Гостями праздника стали заместители главы Сиверского района, руководители и члены национальных диаспор, гости и жители муниципалитета. Выступили на сцене и приглашенные артисты хореографического ансамбля из Крымского района «Патрида». Порадовали зрители и участники образцового художественного хореографического коллектива студии спортивного танца «Диана». Яркие выступления артистов не оставили гостей равнодушными. Концерт завершился под бурные аплодисменты.